Экстра FTP 300. Платформа. Установлены два модуля. Одномодовый модуль, мультимодовый модуль. Еще есть один свободный. Коннектор здесь SC, UPC. Здесь FC круг UPC, но они взаимозаменяемые. Подключили PS2 клавиатуру. Платформе. Сейчас покажу, как мне работать. Мне достаточно просто работать. Вот. Enter. Вот данных. Tabulate. Переключение между вкладками. Escape. Отмена. Ну и горячая клавиша F8 Start. F10 выход. Либо Escape. Отмена. Вот, загрузилось два модуля, одномод, мультимод. Вот курсор. Tabulate переключили. Enter. Запускаем. На борту одна батарейка, хотя есть слот для двух батареек, одна перепакованная. Вот прибор готов к использованию. Клавиша F8 запускает 1310 нанометров. Первый коннектор. Расстояние. Второй коннектор. И шумы. Прибор меряет. Меряет, кстати, замечательно. Вот FC UPC разъемчик, круглый коннектор. А вот катушечка. А вот и второй лазер сразу. 1550 включился. Это полностью автоматический режим. Можно переключиться на режим ручной настройки. Тогда будет более точное измерение. Вот выдало нам табличку. 1495 метров, то есть 1,5-километровая эта катушечка. Обратное отражение на втором коннекторе минус 49, на первом минус 39. Красненьким выделило, потому что по стандарту от минус 40 и выше должно быть соединение, то есть желательно почистить торец пачкордика. Ну, минус 40 это приемлемо. Так, вот затухание получается 0,5 дБ на трассе затухания. Вот клавиши табилейт можем переключаться по менюшкам. Вот если нам надо сохранить, это по-моему клавиша F2 Quick Save. F10 выход. Вот, собственно, такое управление с клавиатурой.